Всем привет, с вами Мегадекстер, и как вы уже видите, я заканчиваю Бакуган, и скоро я буду отправлять YouTube уже прохождение Skylanders Spyro's Adventure. Я и снимал прохождение с Свидваном, но только два. Я все-таки решил переснять, потому что первые видео, они были в плохом качестве. Хоть там было все видно, но все же. Но... А я как бы собираюсь поговорить не об этом, а о другом. Наверное, уже, может, меньшинство, а может и большинство моих подписчиков знает то, что я как бы пишу музыку. Честно говоря, вот раньше я думал, что мой первый альбом такой, ну, нормальный, сейчас я думаю, что это еще дерьмо. Но это тоже сейчас не важно. Я участвовал в одном ремикс-контесте, это как ремикс-конкурс. Типа, тот, кто хорошо сделает ремикс, попадает... на релиз какому-то исполнителю, ой, какому-то музыканту, который сделал этот ремикс-контест. То есть, какой-то там музыкант, любой, в принципе, устраивает ремикс-контест и выкладывает там, например, 3-2 песни или 3-2 своих трека. И потом уже на него, на эти треки делают ремиксы, ему отправляют, и он потом уже решает, кто выиграл. Тот, кто выиграл, попадает в его официальный альбом. Я не знаю насчет того, что получают ли те, кто сделал ремикс, бабло или нет, но это не важно. И я сделал ремикс на, скажем так, одного из моих любимых музыкантов, это Штопенберг. Или Штопенберг, я не знаю, потому что как бы это немецкое название, поэтому фиг знает. И я, скорее всего, засниму то, попал ли я, скажем так, попал ли я на релиз или нет, потому что... В принципе, я думаю, то, что я могу попасть, так как трек у меня, ремикс довольно хороший, но так как я не профессионал, так как мне только 13 лет, а против меня могут быть там 20-летние, я не знаю, 30-летние профи, вообще просто это, то шансов у меня, конечно, не очень много будет, но все же это возможно. И я, скорее всего, засниму то, как бы, типа... реакция на то, попал ли я на релиз или нет. Потому что мне должны по почте отправить письмо, то, что я попал. Либо там будет на его официальной странице. Но это сейчас не так уж и важно. Важно то, что я буду снимать, типа, реакции. Потому что если я попаду, это будет просто... Я не знаю, что это будет, но это будет капец как круто, потому что... Это вообще трудно как бы к нему, скажем так, добиться, так как у него аж 3 проекта. Но правда этот проект такой самый является самым худшим, потому что он появился позже всех, и музыка там так себе, конечно, но в принципе она нормальная. Так что я надеюсь, то, что я попаду на этот релиз. Ну и вот, надо всего лишь будет ждать. А также не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, ждите прохождения Skylanders Spyro's Adventure. С вами был Мегадекстер, всем удачи, всем пока.